В народе говорят, если 11 апреля облака быстро бегут в одну сторону, значит, в ближайшие дни будет жарко. Но синоптики с этой приметой не согласны и обещают нам похолодание. 11 апреля утром ожидается небольшой снег и всего плюс 2. К обеду осадки прекратятся и воздух прогреется до плюс 5. Ночью заморозки до минус 4. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде утром плюс 2 и снег. Днем небо прояснится и потеплеет до плюс 4. Вечером столбики термометров могут опуститься до минус 5. Ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. В столице ясно. Днем плюс 7, ночью до минус 4. Ветер северо-восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.